Обстрелов на Донбассе стало меньше, но до полной тишины по-прежнему далеко. Сегодня боевики открывали огонь 3 раза. Из минометов и пулеметов обстреляли украинские позиции возле Павлополя. По Новгородскому били из гранатометов, а на Светлодарской дуге в ход пошли орудия запрещенных калибров. Там под ударами противника оказались защитники Луганского. Но среди наших военных обошлось без потерь.